Девочки, добрый день. Боже мой, как быстро летит время. Это вообще. Вот только начало дня было, время уже 3 часа доходит. У нас холодина. В Краснодаре пришел холод. Я сегодня пошла стадии гулять. Без перчаток, шапку не надела. Посмотрела уже по видео в том году. В это время, в октябре, я уже ходила в шапке. Ходила в перчатках, потому что холодина была. Нужно достать сапоги тепленькие. Кроссовках, потому что уже холодно. Ну, прям холодина. И на почве, говорят, до минус 5. Вот эти дни будет. Ой, вчера... Сейчас покажу. Вчера... Вот так, тихонечко. Вчера гладила белье. Гладила белье. Сегодня опять уже целая куча. Ну, потому что я футболку, девочки, вот футболку надела... 2 дня походила с брюками, я стираю. Я не могу подолгу ходить, неделями ходить не могу. Постельное белье надо разложить. Вот эти вроде нормально. В общем, делами по дому занимаюсь. Заварила чаек себе такой. С травкой, сахароснижающий. Такой чаечек. Я сегодня потому что не устояла. Я сегодня купила багет. Багет я покупаю, ну, девочки, через 2-3 дня багет гречневый покупаю. Больше никакой хлеб я не ем. Только гречневый багет я его покупаю, ну, на 2-3 дня мне хватает. Вот так вот на колечки сразу разрежу, в полиэтиленовый пакет его. Если кто... Там, девочки, одни писали, у меня такая же история. Покупали багет, и он засыхал. Не оставляйте его в бумажном пакете. Сразу в этом бумажном пакете я его разрываю. И в нем прямо сразу режу колечками багет. И вот такие колечки у меня получаются. Вот такие маленькие колечки. И мне вот этого багета мне хватает на 2-3 дня его. Я стараюсь особо не наяривать. И все. И не удержалась, девочки. Сегодня купила круассан с нутеллой. Это было нечто. Это было такое наслаждение. Теплый круассан, хрустящий. Нутелла там растеклась. И я его сожрала. И пошла на Валберис. Вот. На Валберис заказала себе эти тест-полоски глюкометру. Вот. 2 дня или 3 дня, наверное, не мерила, потому что закончились тест-полоски у меня. И померила, девочки, у меня 9,8. Я быстро траву заварила. И пью тебе теперь травку. Вот, варю мясо. Что-то я перешла на супы. Потому что наквасила капусты. Не могу налупаться супов с капустой, с квашеной. Прям хочу кисленькие щи и все. И Михалыч, когда мясо покупал, принес мне мясо. И там такая грудинка была у него. Не знаю, грудинка или что была, не знаю, что. Я этот кусочек мяса поставила сейчас вариться. Хотите, покажу. И вот он будет вариться у меня часов до 5. Надо поменьше, наверное, сделать. На двоечку. Чтоб сильно не кипело. А то я ставила, пошла. Прям кусочек грудиночки хороший. На маленький огонек добавила. Лавровый лист. Добавила горошек. Девочки, вот, настал то время, настало, которое надо переждать. Вот когда мне говорят, девчонки, когда хотите сформировать стрижку нормальную, вот то время, когда это вот начинает все отрастать, у меня начинает вот это все вот в разные стороны торчать, уложить толком невозможно. Вот, ну, можно еще ходить, еще, в принципе, нормально. Здесь уже отросло, видите, как далеко. Уже низко, низко уже отросло. И, в общем, отращиваем. Так, что на Валберис я в этот раз заказывала. Сейчас вам покажу. Ну, я, как всегда, с тележечкой со своей пошла. Значит, девочки, ТКУЕ. Отбеливатель шикарный. Шикарный отбеливатель. Так, затем
Еще один отбеливатель. 300 рублей. Окси. 319, что ли, рублей. Подешевле немножко. Это казала отбеливатель. Затем. Это, наверное, ваниш. Тоже отбеливатель. Сейчас посмотрим. Так, это заказала для стирки, по-моему, белья, канистру, и масси наполнитель, масси, две упаковки. Все, опять запаслась. И что, вроде я ничего не заказала, девочки. Все надо. 3000 как не бывало. Без отбеливателя не хочу ничего, потому что Лёва приносит носки. Лёва приносит белые рубашки, белую водолазочку белую приносит. Вот, у меня там светленькое все. Я все стираю теперь с отбеливателем. Масса наполнитель заказала самый дешевый. А без него никак. У меня получается в запасе одна упаковка всегда есть. Есть открытый порошок какой-то там, не знаю, как называется, гелевый или не гелевый, а какой-то, блин, черный там. Она начинает это все разбрасывать по всей квартире, он так и стоит. Думаю, ладно, на всякий случай, не буду уже выбрасывать, не буду. Пригодится, вдруг настанут такие времена, что рады всему будем. Ой. И гелями запаслась. У меня опять 5-литровые канистры для стирки, для мытья посуды, а гель для мытья рук, гель для стирки, для мытья посуды, гель для рук и гель для душа. Манго, маракуйя, шикарный гель для душа, 5-литровый. Шикарно. И сейчас отбеливатели распечатаю и покажу. Все, мой мальчик. И вот так вот целый день проходит дома. Жизнь на пенсии. Мотаешься по квартире. Полежишь, встанешь, приготовишь, уберешь. Вчера пришла вечером. Что-то так захотела блинчиков. Вот прямо умирала. Блинчика захотела. Быстренько напекла. Ела два блинчика. Леве позвонила. Лева, приди, забери. Лева, а что это ты решила блинок нам печь? Ну, сынок, вот захотела прямо что-то. Бывает же такое. Вот он. Вот такой 319, по-моему. Вот это мне нравится очень, очень нравится. В общем, разных отбеливатель. Мне понравилось, что кухонное полотенце, все пятна, все туда. То я замучилась уже. Они сейчас, кстати, не дешевые. Кухонное полотенце тоже денег стоит прилично. Вот, профессионал, 8 в одном. Вот такой вот еще. Сейчас очки одену, прочитаю, что за профессионал. Так, нет, надо очки такие, чтобы увеличение было. Потому что без увеличения не прочитать там ни черта. Где очки сделали увеличительные? Куда делись? Не поняла. Девочки, я не поняла. Потеряла мама очки. Не понимаю. Вот они. Но это другие. Короче, у Лёвы очки, которые он не носит. Я у него новые заказываем, допустим, да, а старые всегда забираю. А в них прямо видно все. Весь шрифт. Мелкий шрифт можно прочитать только так, на раз, на два. И у меня надо поискать.
таскать у меня везде. Так, многофункциональный кислородный отбеливатель, пятновыводитель. Так, безупречная чистота, не содержит хлора, сохраняет цвет структуры ткани, гипоаллергенный, подходит для детского белья, безопасен для цветных тканей, биоразлагаемый. Необходимо активировать средство в горячей воде при температуре 90. Дальнейшую стирку и замачивание проводить при температурном режиме. Так. Средства для изделий из шелка, шерсти, кожи, ноутбука, замши, мембранных тканей, меди, алюминия, дерева, смешивать с хлоросодержащими средствами. Уфа, девочки, уфа. Так, хорошо. Этот получается сфера применения. Выведение пятен органического происхождения, отбеливание тканей, чистка ковров, обивка мягкой мебели, удаление жировых налетов, нагара, остатков пригоревшей пищи, чайного, кофейного и других органических с кухонной утвари и прочих предметов, удаление плесени, чистка межклеточных швов, удаление запахов, дезинфекции. Упаковано ИП Самойлова, девочки. ИП Самойлова. 900 грамм. Годен год. Так. А этот хлоросодержащий ТКЕ. Он хлора, так. Тоже кислородный. Срок годности 3 года с даты производства. Смерная ложка. И здесь 100 кг. Но я уже его испробовала. Уже банку скончала. Все. Нету. Так, это что у нас? Окислитель. 100% кислородный отбеливатель. Воронеж. Удаляет пятна, отбеливает. И для цветных, и для белых тканей. Усиливает действие стирального порошка. Тоже мерная ложка внутри. Добавить одну мерную ложку горячей воды, не дожидаясь растворения. Сразу положить в белье приготовленный раствор вместе со стиральным порошком. Вот я так и делаю, девочки. Я прямо вместе со стиральным порошком добавляла пол ложечки вот этого вот отбеливателя. И все, и отбелила все носки, все футболки, все отбелила. Ну, короче говоря, набрала отбеливателей. Все, теперь спокойно живу. И гелей набрала. Так что все, я люблю, когда у меня запас, особенно стиральных средств, когда, знаете, не надо бежать в магазин, я знаю, что у меня всегда есть нескончаемый. Как только заканчивается, я уже вторую заказываю или третью, а не так, что, знаете, надо белье стирать и закончилось все. Все, и на полочку положу. И все, и будет у меня всегда в достатке. А вот есть еще порошок у меня тоже, девочки, отбеливатель есть. Так, ну-ка я посмотрю, что-то он у меня стоит давным-давно здесь уже в коробке. Что это у меня стоит? Я даже не знаю, что у меня стоит. А что это вы скрепляться перестали? Когда волосы в разные стороны. Раз. Что это такое у меня? Это стиральный порошок, девочки. Какой-то корейский стиральный порошок. Я раз не пользуюсь им, пользуюсь в основном гелем, он у меня стоит. Стоит давно уже. А тут что-то я им и не стирала, а тут мерные стаканчики. Тут что-то полпачки, она у меня новая была совсем. Новая пачка была. Один раз, по-моему, попробовала только. Уже полпачки нет. Так. Крот. Все, пошла. Пошла, девочки. Пошла шлепать. Пошла шлепать. Запасик. Раз. Запасик 2.
запасик 3. Все. Так, крышечку выбросить. Крот у меня всегда есть в запасе. Раз что-нибудь засорится, я раз быстренько кротик туда пущу. И все, и красота. Вот как без этой полки? Без этой полки я не знаю, как бы у меня здесь было. Куда бы я это все приспосабливала. Еще щеточка вот такая. Я ей редко пользуюсь, кстати. Но бывает. Такая вот щеточка. А здесь надо мне все перебрать. На полках. Здесь дезодоранты надо уже убрать. Гизики, а никакие половинки выбросить. А здесь маслом только пользуюсь. Здесь тоже иногда вот этим вот для укладки пользуюсь, лаком пользуюсь. Тафты старые уже не пользуюсь. Так. Вот, девочки, патчи целая куча. И я ведь... Другие девчонки как-то любят. Раз патчи наносят парни, девчонки. Я перестала пользоваться. И это все лежит. У него же тоже, наверное, срок годности есть какой-то, я так думаю. Патчи. Есть срок годности, наверное, тоже ведь. Да? Надо же пользоваться. Масочки какие-нибудь делать. Лена, что-то ты совсем... Лена. Ах, Лена, Лена. Так что, девочки, варю. Мясо варю. Медленно пусть варится. Потихонечку. Потом сварю супик, покушаю и стыди пойду гулять. Вот и везде. Вот. Вот она жизнь на пенсии. И никуда не хочется. И идти никуда не надо. И бежать, ни забот, ни хлопот. Там кто-то начинает. А какие у меня заботы, хлопот? Дети выросли у меня. Все, слава богу, благополучно везде. Какие у меня заботы, хлопоты? С собакой погулять 2 раза в день. Я иногда думаю, люди как-то живут все на каком-то стрессе. То у детей там что-то прямо, я не знаю, то у них у самих. И все время вот иду по улице иногда, слышу, женщина стоит там, вся на нервах, или молодая, или вот как я уже, прямо орет, как ненормальная там трубку. Я говорю, Господи, слава тебе, Господи, что в моей жизни вот этого нету. Вот. Дай Бог, чтобы все хорошо у моих детей было, у всех, чтобы все хорошо было. Чтобы родители не переживали за детей, за своих, за себя. Чтобы было все так, как и положено. Не знаю, то ли от воспитания зависит, то ли от человека зависит, то ли от судьбы человеческой зависит. Не знаю я, от чего это зависит. Не знаю. Нет, чего, мне только радоваться жизни. Радоваться только. Все тихо, спокойно, сынок учится. Все хорошо. Поэтому ни забот, ни хлопот. Ну, потанцую иногда для настроения. Вот. А так, что у меня из колеи, ничего у меня не выбивает. Все хорошо. Девочки, чего и вам желаю. Пока-пока, любимые.